Будь в курсе всех событий в ММА. Для этого подписывайся на мой канал. Спасибо. Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится не раньше, чем через полгода. Фанатам смешанных единоборств, надеющихся на то, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пополнит один из ближайших номерных кардов UFC, стоит запастись терпением, поскольку бой топовых легковесов состоится не раньше сентября. Хабиб сейчас пройдет медобследование в Германии, после чего станут понятны сроки проведения следующего боя. Сейчас команды продолжают переговоры, и предположительная дата — сентябрь, цитирует агентство ТАСС, анонимный источник в UFC. Отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов также подтвердил, что договоренности по следующему бою его сына пока нет. «Договоренности пока нет, знаю только, что бой будет после Рамадана», — сообщил Нурмагомедов-старший. Напомним, что поединок за временный чемпионский титул UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был стать ко-мейн-ивентом турнира UFC 209. Однако за несколько часов до процедуры официального взвешивания российский легковесный вес был экстренно госпитализирован из-за проблем со здоровьем во время сгонки веса. В Якутии на турнире ММА один из бойцов оскорбил зрителей. Вчера, 18 марта, в Якутске стартовал чемпионат республики Саха, Якутия, по смешанным боям ММА. К сожалению, запомнится он не спортивными результатами, а стычкой, которая произошла из-за невыдержанности одного из участников соревнований. Боец из Ханлыги проиграл свой бой спортсмену из Якутска Николаю Попову техническим нокаутом. Видимо, это так расстроило гостя столицы, что свою злость он решил возместить на зрителях. Во время объявления результата поединка он не выдержал и показал болельщикам неприличный жест. Вот что рассказывают свидетели инцидента. На республиканском турнире по смешанным боям ММА гость столицы Саддам Рамазанов из Хандыги, проиграв в первом раунде техническим нокаутом, показал средний палец всем зрителям и обматерил якутского бойца. Болельщики не потерпели столь неуважительного отношения и заставили извиниться бойца перед всеми. Саддам Рамазанов все же нашел в себе силы извиниться перед зрителями. Но в любом случае такое поведение не красит спортсмена. Проигрывать надо тоже уметь. Понравилось видео? Жми «Мне нравится» и рассказывай друзьям.